Привет гостям и подписчикам канала «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре еще один блендер BBK KBH-1016. Расскажу об основных особенностях этой модели. Тем, кто еще не подписался, предлагаю это исправить и активировать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. В описании под видео оставлю ссылки на выгодные цены. Буду рада вашим комментариям и лайкам. А теперь начнем. Практичный и компактный блендер заменит сразу три устройства. В нем предусмотрена функция измельчения, благодаря которой можно работать с твердыми продуктами – орехами, овощами и фруктами. Благодаря представленному в комплекте венчику устройство может выступать и в качестве миксера, смешивая ингредиенты для блюд. Наконец, любители коктейлей по достоинству оценят ножи для колки льда. Устройство отличается мощностью в 1000 Вт, а количество оборотов за одну минуту достигает 16 тысяч. Еще среди плюсов можно отметить эргономичный дизайн и наличие LED-подсветки. Корпус комбинированный, пластик, нержавеющая сталь. Удобно лежит в руке благодаря продуманной форме. На задней части есть вставка с антискользящим покрытием. Кнопка включения широкая, на нее легко нажимать. Она расположена в выемке, на которую палец опирается во время работы блендера, поэтому он не устанет, даже если нажимать на кнопку придется в течение пары минут. В основании метрового шнура питания есть петелька для подвешивания блендера, но она тонкая, а блендер весьма тяжелый, поэтому не думаю, что его можно хранить, повесив на крючок. На верхней части блендера после включения загорается подсветка. Это индикация включения, но, кроме того, просто красивая деталь. В комплекте к блендеру идут чаша для измельчения и стакан для смешивания. Первая емкость имеет объем в 0,5 литра, а вторая – в 1 литр. Обе они оснащены крышками, что предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Насадка-блендер с четырьмя лезвиями. Два работают по горизонтальной поверхности, два – по вертикальной. Юбка насадки широкая, глубокая, с волнистым краем. Такая конструкция позволяет избежать брызг при работе и захватывает большое количество продуктов для обработки. Венчик изготовлен из прочной тонкой стальной проволоки, легко вращается в пластиковом основании. Чоппер – пластиковая чаша с графическим указателем максимального объема. Острый S-образный нож из прочной стали захватывает продукты по всему объему чаши. Кувшин – максимальный полезный объем 1 литр. Широкий носик позволяет переливать густые смеси, не потеряв ни капли. Я отобрала основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели. Сначала отрицательные. Недостаточная скорость вращения. Конструкция блендера. Нож слишком высоко, и чтобы запустить процесс перемешивания достаточно густой массы, надо приноровиться. Стакан измельчителя изнутри покрылся мелкими царапинами, помутнел. Сломался через 3 минуты после начала работы. Спустя минуту использования загудела погружная насадка. Краска, которой написан логотип, через неделю стерлась. Теперь перейдем к положительным. Мощный и добротный. Красивый, плотный, из хорошего пластика. Удобная регулировка скорости. Большой стакан для взбивания с крышкой. Удобно держать в руке, эргономичная ручка. С поставленными задачами справляется. Отличный аппарат, недорогой. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании. На сегодня это все. Чтобы посмотреть следующий обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Буду рада вашим комментариям и, конечно же, лайкам. До скорой встречи на канале «Современные родители».